ситуации. Мы с отрядом просчитались. Вчера мы устранили изменившуюся Миранду. Но она выжила. Кто ж знал, что она прикинется мертвой? Миранда могла заразить Итана. Так что мы забрали его и Розу с собой. Но кто-то напал на везшую их машину. На месте аварии Итана и Розы не было. Разговаривая с Итаном в последний раз, я услышал Миранду. Она убила его. И она за это поплатится. Когда же это кончится? Что, Кэп? Задание? Все это. 3 года не можем добить эту дрянь. Слишком долго. Мы разберемся. Отряд ждет приказов. Так бесы, значит, уже здесь. Времени не теряли. Корректировка? Нет, мы держимся плана. Убить Миранду и спасти Розу. Вот 2 цели. И права на ошибку нет. Ну что, дадим жару, как в старые? Выходим. Ясно. Да, сэр. Есть. Эй, пес, я хочу знать, что здесь делают люди BSA. Дай мне все, что есть. Так точно, сделаю. Капитан, давненько мы вместе не воевали. Вроде в прошлый раз пустыня была. Я всю форму растеряла на разведоперациях. Но благодаря тебе мы узнали план Миранды. Я поверить не мог, что она превратилась в Мию. Да и выдержать 5 выстрелов в голову... Это не хухры-мухры. Жесть. Эй, Альф, посмотри на это. Далеко залезли. Боже. Внизу все очень плохо. Как ты намерен добираться до цели? Сначала нужно разнести эту хрень. Прикрою сзади. Давай начнем. Остерегайтесь враждебного биооружия. Ясно. Скопление враждебного биооружия. И больше, чем тебе чего. На западе чисто выдвигаются. Понял. Заметил судно BSA. 2 охранника. Я справлюсь. Осторожней. Миранда наверняка там. Вперед! Лезет, вероятно, распыляются разные частицы. Не снимайте маски.
Эй, босс, это я. Я на позиции, готовлю огневую поддержку. Придется чуть подождать. Ясно. Это Тундра. Я оставила припасы в одном из домов, капитан. Можешь забрать. До цели. Большая зараза. Так, Лоба, отмечаю цель. Принято, босс. Попал! Отлично! Перезаряжаюсь. Минутку. Туда движется целый рой. Нашел спуск. Выдвигаюсь. Остальным удерживать позицию. Капитан, я сравнил плесень в деревне с образцом из дома Бейкеров, и я не вижу следов изменения генома, которые мы нашли в серии Е. Эта штука родом отсюда. Да! Да!
Сигнал указателем. Да ну, сколько можно? Я угадал. Перезаряжаюсь. Минуту. Да, капитан, я перезарядил. Жду твоего сигнала. Двигаюсь дальше. Всем остальным не спускаться вниз. Раз Миранда притворялась Мией, то где настоящая? Небось решила, что она ей уже не нужна. Ничего не понимаю. Как Миранда узнала о существовании Розы? Может, заплесневелая птичка напела? Это мы потом выясним. А пока держимся плана. Я нашел его. Это мегамицелий. Отряд, прием. Мегамицелий обнаружен. Так мы все-таки покончим с этим. Да, давно пора. Заряд Н-2 готов. Его хватит, чтобы взорвать всю деревню. Надо стереть это место с земли. Но сперва убить Миранду. Не хочу оставлять ей шансов. Приступаю. Так точно. Жду команд. Капитан, я вижу Миранду на месте церемонии. Не приближайся. Будь там, пока я не отдам приказ. Я знаю, что уже поздно, но... Зря мы не рассказали план Эйдену. Некогда было. Мы не ожидали, что Миранда сработает так быстро. И все равно, ты зря ему не сказал. Да уж. Это лаборатория Миранды. Руки наверх. Сероглазый, я Альфа. Еще видишь Миранду? На месте церемонии. Пока не уходят. Чего-то ждет. О, черт. Это правда ты.
Рад тебя видеть, Мия. Что произошло? Меня поймали. Ставили опыты. Что ты сказал, Мия? Так точно. Как у вас обстановка? У нас тут война вовсю, но мы справляемся. Не отвлекайтесь. Следуйте плану, я иду к месту церемонии. Стой! Не бросай меня! Черт, ты же клялся, что ты защитишь всех нас! Мы переехали сюда, сделали все, как ты просил! Я не спорила, лишь бы мы были вместе. Говори мне, где сейчас мой муж? Где моя дочка? Итан, он мертв. Я не спас его. Но спасу Розу. Идем. Надо увести тебя. Что значит, Итан мертв? Погиб. Послушай, Мия, нам нужно идти. Все скоро взлетит на воздух. Нет, ты не прав. Я думала, что не придется, но... Ты не понимаешь, он особенный.